Лорды, сэры, пэры, с вами Григорий Пронин. Мы находимся где? Правильно, в Турции. И я записываю для вас этот ролик, потому что вы меня в телеграм-чате Пронин-чат, где, кстати, проходит конкурс сейчас, вы меня там укорили. Вы сказали: Григорий, ты показываешь вещи, которые новые. А когда ты их поносишь вот в процессе эксплуатации, ты про них почему-то не говоришь. Я посмотрел по сторонам и подумал, о чем рассказать. И вот что я вам приготовил. Тапки, сланцы, вот такие вот шлепки Диодора. Черные мои и два комплекта белых, это детские. Значит, сначала рассказываю про черные. Начнем с минусов. Вот это 42 размер, и если мы их поставим на стол, вот так, да, вот поставили, и сравним, то один тапок больше другого, не знаю вот насколько, вот посмотрите. Это со всеми тапками, и с белыми, и с черными. В магазине я кучу сланцев перемерил, они все такие вот разные. Ну, по-моему, это минус, существенный минус. Потому что у меня, например, левая нога даже чуть больше, а тапок чуть меньше. Но в процессе эксплуатации я вроде вот не жалуюсь. Нормально все, нормально. Дальше, по поводу прочности. Тапки хорошие. Я в них прошел где-то вот за отдых километров 50. Я не вру. Я в день прохожу где-то 15 километров, но кроме тапок у меня еще кроссовки New Balance. Вот посчитайте, сколько мы здесь дней. Ну, вот 2 недели, да? Вот 2 недели, почти 2 недели. Каждый день по 15 километров. Вот и считайте, больше, чем 50 километров. Они очень удобные, комфортные, мягкие, но стачиваются быстро. Вот на пятке. Вот так вот стачилось. Сейчас я вам покажу пятку на тапках Петиных. Он у нас самый легкий. Вот, видите, вот так вот было, так вот стало. Так что вот это минус. Но я считаю, что за 1000 рублей эти тапки стоят всего 1000 рублей. Можно их купить и даже здесь оставить, если они, не знаю, если здесь образуется дырка вдруг. Но мне кажется, этого не произойдет. А вот сейчас вам покажу тапки, в которых гораздо меньше километров было пройдено. Это тапки Матвея. Но, не знаю почему, они пострадали у него гораздо больше. Вот посмотрите, вот они у него вот так вот расклеились. То есть им, в принципе, конец. Почему так произошло? Ну, наверное, у подростка менее бережное отношение к обуви. И, наверное, ну вот что-то он с ними делал, чего не делал я. Так что бывает и такое. Почему я взял именно Диодоры? Почему Диодоры я взял? Потому что, как мне кажется, это редкая фирма. Диодору встретишь гораздо реже, чем Nike, Adidas, Gucci, Versace, Hugo Boss. Гораздо реже встретишь. Возможно, поэтому и стоят Диодоры дешевле. Ну, где-то 1000 рублей. За 1000 рублей их можно и здесь оставить, если они протрутся. И что еще говорит в пользу Диодоры? То, что здесь я видел все. Вот все видел. Я видел и Фила, и Фенди, и коллаборацию Фила с Фенди, и все хайповые фирмы, которые только есть на этом свете, я видел в этом турецком отеле, там, где магазины. Ну, естественно, это все подделки. Диодору я там не встретил. Вот такой вот эксклюзив. Почему черного цвета? Тоже расскажу. Вот жена, например, у нее тоже есть белые Диодоры, она, правда, с собой их не брала, она сказала, в следующий раз возьму себе, куплю тоже черные. Они офигенно смотрятся с черно-белыми вещами. Кстати, можете посмотреть у меня в Инстаграме, там есть лук, где я вот в этих Диодорах и в белых носках. Смотрится вот так обалденно. Ну вот я вам носки взял, с которыми тоже можно носить. Там, правда, однотонные, но даже вот с этими, да, это даже такой прикол будет. Здесь Диодора, а здесь Adidas носки, да, вот так вот, типа... Ну, не знаю, мне кажется, в этом что-то есть. Какая-то шутка, да?
Вот. Так что, смотрите, где можно купить эти тапки. Кстати говоря, можно их купить в магазине Street Story. И там действует промокод, значит, стоить они будут еще дешевле. Но я даже в Street Story не ездил, потому что, ну, они и так стоят 1000 рублей, что я там сэкономлю. Но с другой стороны, мы купили уже сколько? 5 комплектов, получается. 5, по-моему, если не больше. То есть я, в принципе, на промокоде мог тоже сэкономить неплохо. Ну, в общем, ссылку тоже оставлю вам в описании, чтобы вы могли воспользоваться промокодом в Street Story. Там не только тапки, там и другие вещи, там New Balance и много всего еще. Вы просили меня записать ролик про вещи, которыми я пользуюсь в процессе эксплуатации. Вот, Диодор рассказал все как есть. Ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, пишите, о чем вы хотите увидеть следующий ролик. А я пошел дальше отдыхать. У нас еще немножко дней осталось. Пока.